Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 6 декабря 2023 года, на улице минус 5. Сижу дома, занимаюсь своим каналом. Принесла с подвала неубиваемый патиссон белый, но неубиваемый оказался убиваемый, начал гнить. Я решила с него собрать семена. Но кожица, мои дорогие друзья, мягкая. Не знаю, вызрели тут семена или нет. Но патиссон очень хороший. Особенно маленькие, такие вкусные консервации. Ну что, разрежу сейчас. Посмотрю, что там внутри. Если семян хороших нету, значит, брать ничего не будем. А как мне вот его разрезать, не знаю. Наверное, вот так пополам. Посмотрим. Разрезался очень легко. Очень легко, мои дорогие друзья, разрезался. Так, семена. А семена пустые. Не годится. Да, Лёвочка, видишь, все пустые плохие семена. Нечего даже выбрать. Так что придется покупать. Сорт хороший. Назывались они патиссоны, просто белые назывались. Сейчас еще разрежу напополам каждый. Эта вот банда со мной никуда от меня не уходит, а? Так, посмотрим здесь. Не, плохие, мои дорогие друзья, все. Пустые. Все пустые. Жалко. А я размечталась, что покупать не придется патиссончики, свои семена возьму. Не, пустые. Они должны такие пузатенькие быть. А это пустые. Сейчас ковырнем. Расковырнем. Не, плохие, мои дорогие друзья. Нет смысла. Нет смысла даже что-то пытаться собрать. Лучше пачечку купить. И все. Ну вот это вот как полненькие. Сейчас еще поковыряем, посмотрим. Не, плохие. Не буду, мои дорогие друзья, брать. Что? Хорошее обрежу, пожарю. А плохое выброшу, и семечки эти выброшу. Заходите в гости, как всегда, буду рада. Не удался. Не удался мой. Но нежные такие. Пролете, покупать будем. Патиссончики. Жалко, жалко, жалко. Очень-очень даже жалко. Ну что еще могу сказать? Пожарим с лучком, с помидорчиками. И мои котики скушают на ура. Лампа как освещает. И я скушаю на ура. Пока, мои дорогие друзья. Жду в гости.